Елена Александровна всегда нас поддерживает. Она говорит просто очень мотивирующие слова, которые внутри переворачивают все, бегут мурашки по телу, и от этого еще больше хочется выигрывать и побеждать. Я не столько думала, что Тодо ошибется, столько знала, что я забью сегодня. Вот знаете, какое-то предчувствие было перед игрой, что я сегодня забью?